Спасибо. Свидетельство на вещь. Евгений. Сейчас я так и так. Как есть это место? Давайте. Что ты хочешь? Володя? Юля. Какой бабик? Да, снимай, но ты можешь вот это вот, конечно, это посильнее, чем в ЗАГСе. Это не такое сравнение не идет. Да, значит, сейчас мы разворачиваемся туда и едем к этому самому. А нет, не в кафе, а туда на набережную. Туда на набережную, там поснимается. Кафе полчетвертого. Еще, извините за... Да, вот это сейчас едем туда. Да-да. Да. Thank you.
желаем Хаджу горя и бесчет, жили много-много лет, чтобы было окей, и родили вы детей, желаем паре мало, только в Петербурге золотой. Сюда отъезжать, ты главное зацепи так, знаешь, чтобы оно мелькнуло в кадре. Или вон ту, смотри, батарейка какая. Надо Юльке было, конечно, свою куртку отдать, потому что она как-то тепляет. Конечно, я думаю. Малая кашляла час, как очманила.
совсем. Где наш? А как там с этими цветочками надо поступать? Дело в том, что их надо кидать, но лучше вот это кидать, чем тот. Не-не, я специально взял. А кидать как? А Саня говорит, лучше так стоять спиной, говорит. Спиной, и вот так. Подожди, там гостей куча, если ты сейчас не поймешь по этой толпе. Вне вес. Они же могут разбежаться, непонятно от чего. Так, давай открывай. Потому что, ребята, здесь что-то вводное. Обычно это делает невеста, но, как правило, берет на себя роль жениха. Кидать, да, потому что обычно не докидывает. Огонь! 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 Подожди, нормально. Уже его, нам рассылать эту сферу. А у них не хватает. Пена же тоже выпустила. Да, просто немножко лейте. Самым главным после жениха. Он бросит и выйдем. Иди брось. Левое плечо или какое-то, да? Давай! Давай, давай! Закинул! Нормально! Нормально! Да как это надо? Наоборот, я говорю. Ну, все знаю. Молодожены. Сегодняшний день. Давай. Тренером. Кому там еще? Давай. Дальше передавайте стаканчики. На куда? На фон? Так зайди туда вот. Так, зайди. Он не понял, что отсюда нужно невесту пронести до машины. Он смотрит. Да нормально. А то. Давай, давай. Давай, снимай. Давай. На память поставим. А в ноги что делать? А старые вот эти разбей остальные. Ты пьешь? Не, я разбей. Поехали, 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 поехали. Запишу. Серега, вам еще не хватало здесь. Нет, надо запить. Надо запить, да куда? Давай, 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 давай. Света, давай пей. Что не можешь выпить нормально? Только пахнет все. Я еще следующую порцию наливаю. Так я же у меня нет. Так я за рулем. Хотя бы подержи ее минут 20.
Thank you.